Если вы хотите угостить своих домашних каким-то интересным, легким и не очень калорийным десертом, то грушевый мусс будет как нельзя кстати, он не добавит лишних килограммов и станет изюминкой стола. Вы можете сделать очень вкусный и полезный десерт, который понравится абсолютно всем гостям, особенно тем, кто следит за фигурой. Для этого вам понадобится узнать, как приготовить грушевый мусс. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Груши вымойте и очистите от кожуры, достаньте семечки и сердцевинку. Затем порежьте фрукты на произвольного размера кусочки, положите груши в чашку блендера, измельчите их до пюреобразной консистенции. К фруктам добавьте лимонную кислоту, желатин и сахар, тщательно смешайте все ингредиенты, оставьте их на 10 минут, чтобы желатин успел набухнуть. Перелейте грушевую массу в кастрюльку и поставьте ее на небольшой огонь на плиту, нагрейте содержимое кастрюльки, но следите, чтоб масса не закипела, размешайте все так, чтобы сахар полностью растворился, затем перелейте мусс в миску и взбивайте его на максимальной скорости миксером 10 минут, затем добавьте соду, взбивайте еще 10 минут. Теперь вам необходимо разлить мусс по формочкам, для этого подходящую посуду застелите пищевой пленкой, чтобы не повредить мусс, когда будете его вынимать, вылейте в формочки грушевую массу, поставьте ее на час в холодильник. Одну грушу вымойте и нарежьте на скибочки, в сотейник налейте шампанское, поставьте его на небольшой огонь на плиту, бросьте в сотейник палочку корицы, после того, как шампанское закипит, бросьте в него груши, варите 3 минуты, ломтиками груши украсьте мусс. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Подписывайтесь и ставьте лайки. Такие продукты будут нужны. Груша, 4 штуки. Желатин, 2 столовые ложки. Сода, 4 чайных ложки. Кислота лимонная, 4 чайных ложки. Ванилин, 4 чайных ложки. Сахар коричневый, 2 столовые ложки. Шампанское, 160 мл. Корица, 1 штука, в палочках. Количество порций, 6. Щелчок, клик, нажатие на лайк. Это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Всем приятного аппетита, жду вас снова.